мы представили народный краснотарский танец «Хуран» и краснотарский танец «Хазларойна». Конечно, много впечатлений. Для нас это опыт, стимул развиваться дальше, работать. Я думаю, что это наши первые шаги, и нас ждет еще больше, наверное, успехов. Собрали детей со всей Качинской долины, у нас и Угловой, и Вилина тоже. Более 140 детишек ходят в наш творческий коллектив.